чем заняться. Ты что делаешь? Ой, ну Анют, не приставай. Ха, как всегда принимаешь песочные ванны. Ну а что, нельзя что ли? Я, кажется, нашел дохлого жука. Хорошенький. Эй, мне покажи. Не покажу. Скучно. Анют, давай что ли там челлендж какой устрой? Ой, нет, я пас. Мам, ну поучаствуй хоть в одном. Только чур, чтоб колбаска была. А то я что-то проголодался. Ну пожалуйста. Что? Челлендж с колбаской? Да, только помойся перед этим. Помыться? Да ну само все слетит. Пя! Для челленджа мы купили два распорных карниза. Такие часто используют для ванных и душевых комнат. Но установили мы их в нашем коридоре неспроста. Добавляем прозрачную пленку и получаем такое мини-препятствие. У нас на штативе установлена дополнительная камера, чтобы зафиксировать, как котики будут проходить под или по этой пленке. Ну и, конечно, не забываем про колбаску. Это награда для всех, кто сможет пройти этот узкий участок. Что ж, приступаем. Первой выступает самая молодая участница. Кажется, на улице тепло. Надо пойти Ой, а это еще что такое? Этой конструкции тут раньше не было. А как же мне теперь пройти тут? А что это вдалеке стоит за тарелочка? Это награда за прохождение челленджа. Так это челлендж получается. Тогда я выберу самое широкое место и просто проползу. Ой, что-то страшновато. А этот потолок точно не свалится? Ну, вообще-то не должен. Ну ладно. А в тарелочке что за награда, говоришь? Колбаска. О, ну колбаску я люблю. Ой, тут слишком низко. Кажется, этот участок повыше будет. Да, молодец, у тебя получилось. И как мне теперь получить колбаску? Подходи к тарелочке и кушай. Что, так просто? Мне нравится такой челлендж. Да ты просто маленькая, поэтому тебе и легко было. А тут кусочек варенки. А как другие пройдут? Им точно будет сложнее пройти. Да. Ребята, срочно ставьте лайк, чтобы поддержать остальных участников. А я пойду. Следующий участник самый пушистый. Это а что еще за стекло тут? Не, на стекло не похоже. А как же мне пройти туда? Вы что, хотите, чтобы я туда пролез? Не думаю, что это хорошая идея. У меня же вся шубка прилипнет к этой пленке. Не, ну вы точно прикалываетесь. Ну-ка. Ой, не, лучше с этой стороны попробую. Юги, давай, тут колбаска. Колбаска? Ага, хитренькие. Там концы еще ниже становятся. Не, может сверху пойти или в окно? Вечно вы какие-то сложные задания придумаете. О, кажется, вот здесь повыше. Как вы это определяете? А кто это тут обойну оторвал? Ты челлендж проходи. Ладно, ладно, главное тут не застрять. О. Ура! Второй участник прошел наше испытание. А ты про колбаску говорила. Это она в тарелочке? Ну что, видишь, не так уж и сложно было. Юги только выглядит большим, а так он просто очень пушистый. Это правда. Так, ну я один кусочек съел, надо и другим оставить. Какой ты щедрый. Эй, а чё все двери позакрывали? Или там кто-то спрятался? А это что такое? Юги, иди уже. Да иду я, иду. Следующая участница Мурочка. Эй, ты куда? А что, я думала на окошке погреться. У нас тут челлендж вообще-то. Чего? Какой еще челлендж? И как я по-вашему должна его проходить, если вы тут какие-то палки поставили? Так это и есть челлендж. В смысле? Так это слегка легкого. Вот так присела и... Ой, нет. Страшно? Ничего не страшно, просто я передумала. Ты же сказала, это легко. Да это вообще для малышни. Вот так вот заходишь... Не, подождите. Вот тут получше дорожка. Чё-то мне уже и не хочется эту колбаску. Даже сервеладик. Что? Сервеладик? Да, тут есть и сервеладик, и варёнка. Ну, не знаю. А я там точно пролезу? Если я застряну, будешь ты виновата. А чё это я? Ау! Нет, всё, я назад полезла. Мурочка, ну ты же почти прошла. Ага, тут повыше поставили, а в конце специально низко, чтобы я головой стукнулась. Ну вот мне кажется, с этой стороны как-то чуть повыше. Или мне кажется? Ну ты попробуй, вдруг получится. Ну ладно, но если я застряну... Помню, виновата я. Ой, уже уськами цепляюсь. О, давай. Ура, с победой! А, точно колбаска. Даже аппетит пропал. Ну, вредина. Ничего не вредина. Чего вы тут так долго? Я вообще-то в туалет хочу. А это еще что за ледяной потолок? И камера стоит. Это что, челлендж какой-то? Молодец, быстро соображаешь. Так, тут как-то низковато, а вот тут повыше. Да как вы это определяете? Кошачье чутье. Слышала о таком? Ой, а тут почему ниже становится? Да, назад. Попробую с другой стороны. Тут вот тоже ковра нету. А, вот оно что. Нет, там я точно головой стукнусь. Придется все-таки с этой стороны протискиваться. Я просто думала, что там поудобнее будет. Ну, малыш у нас на опыте. Все изучил, составил план и выполнил.
А это так радостно челлендж получается. Верно, 3 кусочка колбаски для всех прошедших испытания. Это вы хорошо придумали. О, еще и разные виды. Хочешь еще раз пройти? Нет, спасибо, я кое-куда торопился. Ну, наконец-то! Эй, это еще что такое? Ружик, проходи челлендж и получай колбаску. Да не нужна мне ваша колбаска, я просто на улицу погулять хотела сходить. Ну, видимо, просто так вы меня туда не пропустите. Ты нас хорошо знаешь. Ну, раз тут никого нет, значит, остальные уже прошли. А значит, надо вот тут аккуратненько. О, может, еще раз пройдешь? Не-не-не, я уже опаздываю. Говорят, вы тут колбаску раздаете? Ну, почти. Надо только под пленкой пройти. О, ну так это я могу. Ой-ой-ой, кажется, потолок падает. Или не падает. Так, спокойно. Что это за магия такая? Вроде пленка тонкая, а просто так не пролезешь. Заметьте, все котики выбирают этот путь. Ну ладно, тогда я другим пойду. Да я не в этом смысле. Ну а что, интереснее же, когда все разными путями идут. Да тут главное, чтобы вы прошли. Не, ну так неинтересно, не хочу быть как все. А знаешь, Ис, иногда неплохо быть как все, особенно если они идут правильным путем. Ты так думаешь? Тут потолок и правда выглядит ниже, чем там. Наверное, я все-таки послушаюсь твоего совета. Тем более, раз ты говоришь, что это правильный путь. Нет, я такого не говорила. Это просто философские мысли. Анют, ты меня запутала. Тогда я сюда колбаску поставлю. Это уже совсем другой разговор. А что там сегодня за колбаска? Самая вкусная. Ну, уговорила. Вы так смешно пролазите тут, заниженные котики. Поздравляю, Иса, ты справилась. Может быть, хочешь еще раз пройти испытание? Нет, спасибо. Даже за дополнительную вкусняшку мне что-то не хочется. До свидания. Пупся! Дайнет, я уже бегу! Ух ты, а это что такое? Что это тут? А как мне до тебя добраться? И у меня вкусняшка. Вкусняшка? Тогда срочно нужно искать проход. Давай, иди ко мне. Манют, я же не могу так просто проползти. Или могу? Ты выглядишь как маленький кротик. Или червячок. Давай, почти получилось. О, колбасонька. Но это, пожалуй, самое скоростное прохождение. И это все? Может, тут где-то еще упало? Уверена, что тут где-то еще есть. Или, может, котики кусочек потеряли? Пупсяж, если хочешь еще вкусняшку, то нужно пройти еще раз этот челлендж. И, кстати, 2 раза его еще никто не проходил. Хорошо, я согласна. Ради этой вкуснейшей колбаски, да и проходить тут, если честно, несложно. А вот котикам, кажется, не понравилось. Ой, да они ничего не понимают. Я готова побить свой рекорд. Анют, ты засчитаешь? Ой, нет, стойте, лайк не забудьте поставить. Молодец, Пупсенька. Настоящая чемпионка. Вот такой ролик у нас получился. Если понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну, у нас на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.